Я в своем городе стою. Говори статью закона. Вы мужчина на меня. Что вы меня держите? Говори статью закона, по которой ты ее задерживаешь. Мне бы помогли. На каком основании? Скажите статью закона, на основании которой вы его арестовываете. Ситуация такая, что вот оппозиция здесь собралась, ну, реально-то человек 20, наверное. Полиция окружила. На каком основании? Алло, полиция! Вот он, вот он. Вы нас забрали здесь! Для чего? Вышли, слава богу, мы еще там были. Мы тоже вышли, как это было. Видите, получается, что демонстрация как бы пошла, и, соответственно, оппозицию остановили, наверное, чтобы она не пошла в колонию по Невскому проспекту. Естественно, оснований для того, чтобы задержать, остановить или нет. Просто люди просто стоят. Ну что, почему их надо окружать, непонятно, да? В прошлом году было. Вот эти было несколько лет разрешали. Понятно, 1 мая? Да, в прошлом году было, конечно, шли Милонов нас. Милонов каждый, по закону находится на территории Российской Федерации, имеет право на свободу, а статья 27. Разрешение спрашивать? Вы как гражданин не боитесь ответственности? Нет, он ничего не боится. Как это не может попасть? Он ничего не боится. У него власть, чего он будет бояться? Задаете одновременно, я не могу с ним работать. Выбирайте колонию, спасибо. Выбирайте. Я вам скажу, главное. Господин подполковник. Мы давайте сообщим людям, что их не задерживали. Давайте сообщим, раз подполковник сказал. Значит, мы еще раз говорим. Господин подполковник. Так у него есть нижний пол. Зачем? Зачем? Господин подполковник. Какие странные политические. Человек же ничего не знает. Почему не обвинить людям, что их никто не задержит? Они не могли этого сделать. Они не могли назвать статью закона. Я не могу. Давайте я объявлю. Я не могу. 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 Я не могу.
они путают этот самый специалистов. Братане, через ограждение. Государство, скорее всего, то же самое. Вот из-за свечи платят крымско-татарского народа, да? Кстати, Меджлис запретили, да? Только что в Крыму. Не будем громко это говорить. Количество народу, которого испугались, вы видите, да? Человек 10-15. Вот, кстати, вертолет летит сейчас. Если он подлетит, я покажу. Летит. Это плохо услышал. Уже на сегодняшний день.